ну, кубок, у меня есть кубок, мужская команда, которая выиграла зоны ряды, или нужно делать внимание. Мы на третий матч видели, как сбывались голы. В принципе, ротально задачу-то решили, ребята хорошо включаются, глубины проникающей зоны, и у нас после нового связка учили, сыграли, первый раз не вышли, но сыграли, ротально достаточно надежно, от Харакевич и Ламович. Вот, состав был смешанный, да, потому что даже те, кто играл и будет играть 7 числа, 8 числа. Ну, просто Юрий Зой, конечно, конечно, что он старше, но Юрий пропускает, но осталось только играть, потому что не хватало у нас количества людей, чтобы набрать, чтобы всем это отдохнуть. Вот, в том числе Андрей Матвеевич, когда они по тайму сыграли. Каратэм был более скомканный, в силу того, что, конечно, ну, слишком вот, состав такой раз разбалансированный, то есть и молодой мальчик ушел с дубля справа в обороне. И кондиции пока еще ребята, которые после травмы сыграют, они еще не очень высокие. Поэтому такая немножко нервозная игра, лоскутный футбол. Ну, задача главная была у нас сегодня пройти. И мы знали, что команда игровая, мы прошу контрольный матч играли. И знали, что они играют в футбол, у нас там не просто бьются, а и играют быстренькие, живые ребята. Поэтому понимали, что этим составом нам будет это просто, но сейчас в целом как бы группа игроков доводит то, что хотят увидеть. Да, возможно, еще где кондиция, но сейчас это намолишься, плохое впечатление, первый раз в политике вышел, молодой еще совсем. Вот. Ну, довольны, что прошли. Такой болельщики довольны, то есть нормальный тураж. Вот. В целом все. Благодарим за ответ. Главный тренер Локомотива Шахтёр Алексей Иванович. Во-первых, команда Шахтёр с победой. Хочется пожелать дальнейших тур. На меньшей стадии Лиги Европы у них все получилось. Но что касается сегодняшнего футбола, это кубковый матч, но для нас он, знаете, как он получился очень, наверное, затратным, как сегодня можно так говорить. Тоже у нас не очень большая обойма футболистов была травмирована, есть удаленные, которые пропускали игру. Но готовились мы к Шахтеру, разбирали, ждали всех футболистов, в том числе и Колю Яныша на поле, и Зоки, вот, но все-таки немножко видно, что Шахтер, он всегда это является в белорусском футболе топовым, входит в топовые клубы, да, и одно название Шахтер — это всегда такая боевая команда, которая всегда, ну, будем говорить так, прилично выступает в кубках, в кубке, да, в Беларуси, всегда проходит дальше. То есть мы сегодня на себе попробовали, что такое скоростные действия высшей лиги, то есть думают быстрее, передачи быстрее, движения быстрее, когда сразу накрывают. Вот, поэтому у нас много работы, будем стремиться поднимать вот эти скорости именно так. И того, что хватает, допустим, на сегодняшний момент в первой лиге, нам сегодня не хватило с командой высшей лиги «Шахтер». Вот. Еще раз их с победой. Вот, и пользуясь случаем, хочется поблагодарить вот наших болельщиков. Все-таки ребята отдали все силы, наверное. Первый тайм, конечно, пока были свежие. Вот быстрый гол, наверное. Не скажу, что выбил из колеи, но как-то вот не вошли вовремя в игру. Вот. Потом вроде собрались, и второй тайм. Вот у нас молодежь о себе потихонечку заявляет. Но все-таки какой-то получился и для зрителей, и для... такой вроде и быстрый, но быстро закончился, да? Зрелищно. Да. Вот. Ну еще вот, пользуясь случаем, хочется поздравить всех железнодорожников с профессиональным праздником. Вот. И спасибо большое, что нас поддерживали. А команде «Шахтер» удачи. Спасибо вам тоже. Благодарю вас. Комментарии уже можно вести. Будут ли вопросы к наставникам? Вот насчет, так сказать, ну, что-то с трибуны, вот насчет последнего момента, пенальти, так сказать, штрафной. По-моему, там... Прошу прощения, вы, к сожалению, действия судей, пенальти. Надо ВАР водить, Беларусь. Очень будет вопрос. Благодарю вас за пресс-конференцию.